Машины прибыли. Вас понял. Да. Товарищ генерал-полковник, машины прибыли. Ждем ваших распоряжений. Дома не брать. Иван Серов. Листок по учету кадров. С марта 1953 года первый заместитель министра внутренних дел Лаврентия Берия. Дома не брать. Слишком много свидетелей. Неизвестно, где у него там. По окрестным домам дежурит наружка. Предупредят его людей, объект не довезете. Опомниться не успеете, как перехватят. Пока отбой. Как понял, прием. Понял. Машины прибыли. Нино Гигичкори, жена Лаврентия Берия. Это был 115-й день Лаврентия Берия у руля государственной власти. Нино, сегодня буду поздно. К ужину не жди. Лаврентий Берия, заместитель председателя Совета министров и министр внутренних дел СССР. Ты опять к ней? Сколько раз тебя просил женщина, не поднимай эту тему. Дело давнее, но там растет мой ребенок. Я не могу ее бросить. Ты всегда поступаешь, как тебе шепчет твоя совесть, Лаврентий. Только мне от этого не легче. После смерти Сталина власть разделили три человека. Таков был замысел уходящего вождя. Наследники выполняли волю Сталина неукоснительно. Вот они, 14 марта 1953 года, на пятый день после похорон Сталина. Они буквально подставили свои плечи под тело хозяина. Сталина выносят из Дома Союзов. Ему уже уготовано место в мавзолее, рядом с Лениным. Никто даже в мыслях не допускает возможности подорвать в народе веру в его величие. Он будет живее всех живых. Преемники понимают главные условия владения наследством, имя которому СССР. Пока мощи вождя святы, власти и жизни преемников ничто не угрожает. Разве что сам скромный саркофаг. Это акт осмотра гроба, в котором Сталину предстояло отправиться на вечный покой. Отравляющих, радиоактивных веществ, часовых механизмов и посторонних предметов не обнаружено. Наследники могут быть спокойны. 9 марта, в день похорон, они уже знали то, что в этот момент было никому неведомо. На завтра это станет историческим фактом, название которому – Триумвират. Никита Хрущев займет пост первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии, единственной партии в стране. Хрущев недаром стоит третьим от начала процессии, хотя и пытается выйти из строя. Его роль, как и всей компартии, покойный вождь собирался свести к решению кадровых вопросов. Главными должны стать те, кто в головах. Георгий Маленков стоит первым с другой стороны гроба.
Ему достанется пост руководителя советского правительства, Совета министров. По замыслу Сталина, руководить страной будет глава исполнительной власти. Лаврентий Берия. Он первый с левой стороны гроба. Ключевая фигура в этом тройственном союзе. При партийном статусе члена Политбюро ЦК возглавит Объединенную спецслужбу государства, Министерство внутренних дел, в ранге первого заместителя председателя Совета министров. В этот момент о единоличной власти не думает никто. В 1953 году аналитики еще не научились определять, насколько символична расстановка политических фигур на фоне траурного убранства Красной площади. Прости, Лаврентий, на улице прохладно. Ты нездоров. Береги себя. Сегодня будет жарко. До свидания. Здравствуйте, Петр Степанович. Здравия желаю, Лаврентий Павлович. Ворота открываются. Прием. По семье ждать отдельного распоряжения. Как понял, прием. Вас понял, ждем. Объект собирается выезжать. Какие будут указания? Куда путь держим? Минут 20 по городу, потом в Кремль. Сегодня ему предстояло решить важный вопрос на заседании Совета министров. Нужно было все обдумать. А стало быть, пусть на 20 минут, но все-таки остановить бешеный ритм своей жизни. Лаврентий Берия спешил, будто рвался выполнить давно задуманное. Или интуиция подсказывала, что нужно торопиться. Или он старался об этом не думать, но здоровье. Медики темнили. А может, просто не знали, чем он, Берия, занимался последние 9 лет. Иосиф Сталин, Лаврентию Берия. Служебная записка. Товарищ Берия, то, чем вы сейчас занимаетесь, является для нас задачей номер один. Государство за ценой не постоит. Принимая в августе 44 года фактическое руководство атомным проектом, Лаврентий Берия не задумывался об опасности урана. Это было в теории. Все еще в теории. Страна не успела завершить одну войну, но уже оказывалась накануне очередной.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 5. Американцы стали обладать смертоносным оружием и превратились из союзников во врагов. В том, что Соединенные Штаты воспользуются своим ядерным преимуществом, никто из посвященных не сомневался. Именно в этом таилась главная угроза. Хиросима и Нагасаки. Угроза, которая обернулась страшной реальностью 6 и 9 августа 1945 года. Сейчас перед ним стояли новые задачи. И снова недосуг было заняться здоровьем. Он спешил. Как супруга, Петр Степанович? Спасибо. Вчера прооперировали. Врачи сказали, все нормально. Передала вам большое спасибо. Сегодня у него с самого утра не на шутку прихватило почки. Он уже привык справляться с этой изнурительной, острой болью. Что делать с проклятым предчувствием? Сегодня что-то не так. Он не мог предположить, что этот день станет поворотным в его жизни и в судьбе всей страны. Советский Союз перейдет незримую границу выбора между взлетом и падением. С 26 июня 1953 года эта историческая траектория будет определена законами военно-государственного переворота. Товарищ Булганин, а ты уверен, что армия не подведет? Кому верить-то? После победы все носы позадирали. А на деле трусы и подлецы бьются за теплые места, как за Сталинград. Николай Булганин. Листок по учету кадров. Родился в 1895 году в Нижнем Новгороде в семье владельца мукомольной фабрики. Факты биографии. По окончании реального училища работал учеником электрика и конторщиком. После революции заместитель председателя Московско-Нижегородской железнодорожной ЧК. С 1931 по 1937 на посту председателя Мосгорисполкома добросовестно осуществляет план Лазаря Кагановича по реконструкции столицы. Под непосредственным руководством Булганина снесены Сретенский, Златоустовский, Георгиевский монастыри, Сухарева башня, множество церквей. Из личной характеристики. Хронический алкоголик. Питает слабость к певицам и балеринам Большого театра. Беспринципен. Обладает развитой интуицией. В войсках популярностью не пользуется. По оценке маршала Жукова, во время войны в должности члена военного совета давал советы боевым генералам, а сам не мог нанести на карту расположение войск. Кому верить-то? Это говорит военный министр СССР. Ладно, Николай Александрович, как там Москаленко? Человек он мой, проверенный, предан делу партии, ну и мне кое-чем обязан. Тем, что ты его вытащил из закарпатского захолустья в Москву и пропихнул на командующего ПВО округа? Какой из танкиста зенитчик? Читал я наградное представление Конева на твоего Москаленко. Лучше умеет наступать, чем обороняться.
при осложнении обстановки малоустойчив. А мне плевать, какой он зенитчик, малоустойчив. А придется стрелять, ты его предупреди. Я не Конев. Я вот так награжу за малоустойчивость. До вечера не доживет. Жуков спланировал операцию. Если Москаленко не подведет, ты его сделаешь командующим Московским округом. Он трус, но не дурак. Он же понимает, что после войны этих генералов расплодилось аж за 3000 душ. А должностей? О! Сгулькин хвост. Так мы его еще и на маршала представим. Да ты сперва доживи. Как там наши вояки? Готовы в последний решительный? Не беспокойся, Никита Сергеевич. Кворум будет. Проголосуют личным табельным оружием. Правда, немного нервничают. Оно и понятно. Не каждый день первого зампред совмина и члена политбюро арестовывают. 115-й, 115-й, я Коршун, прошу посадки, прошу посадки. Коршун, Коршун, я 115-й, посадку разрешаю. Слушаю. Полковник Долгушин. Товарищ командующий, у каждой машины бомбовая нагрузка 3 тонны. Если мои 216 самолетов отбомбятся по Кремлю, от всей Москвы одни головешки останутся. Большевистская совесть? Сергей Долгушин, командующий 56-й бомбардировочной авиационной дивизии. Большевистская совесть. Вы мне дайте письменный приказ, а большевистская совесть моя подсказывает, Кремль бомбить не буду. Да иди ты! Много таких, как ты, хотела меня к стенке поставить. Я на фронте с тобой по-другому бы поговорил. Засранца. Напугали ежа голой задницей. Сталина на них нет. Распоясались. Отбой! Булганин докладывает. Долгушин отказался. Уж эти мне бомбардировщики. Вечно им все не так. Белая кость. С ними потом разберемся. Кирилл Москаленко. Листок по учету кадров. Год рождения. 1902. Место рождения. Екатеринославская губерния. Происхождение. Сын крестьянина. С 1920 года в Красной армии. Факты биографии. В аттестации за 1938 год значится: работа начальником артиллерии дивизии тяготит, стремится перейти на командную работу. За 4 года войны с 1941 по 1945 год командовал 7 частями и соединениями, чаще не дольше 2 месяцев. Войну закончил в звании генерал-полковника на должности командующего 38-й армией. Из личной характеристики. Страдает хроническим ознобом из-за пониженной температуры тела. 34 градуса Цельсия. Патологически брезглив. Боится инфекции. С ними потом разберемся. Зато, Никита Сергеевич, штурмовая авиадивизия в Подольске и истребительная в Купинке уже на боевом дежурстве. Боекомплект для стрельбы по наземным целям под завязку. До Москвы долетят за 5 минут. Да. Жуков, пусть войдет. Здравия желаю, товарищ секретарь Центрального комитета партии. Ладно, бро.
Брось, Георгий Константинович, присаживайся. Товарищ Москаленко, тебе представлять не надо. Здравствуй, Кирилл Семенович. Здравия желаем. Что случилось, Никита Сергеевич? Операция отменяется? Ничего не отменяется, ничего. Все пойдет по твоему блестящему плану. Вот, сразу видно, почерк стратега. Вам что, Берлин брать, что Москву? Так что для нас главное? А главное для нас не допустить дивизию МВД, если она попробует прорываться в Кремль. Да, бомбардировщиков у вас не будет. А что, в Калининской области погода нелетная? Ладно, я полагаю, с танками справятся и штурмовики. А по живой силе отработают истребители. Ну, вот это с товарищем Москаленко обсудите. Тут вот еще какое дело, Георгий Константинович. Слушай, давай на чистоту. Здесь все свои. Вот скажи, тебя не удивляла политика последних месяцев? А? Удивляла. Многое удивляло. Вот, Политбюро тоже удивляло. Вот ты Берлин брал, потом мы в Германии социализм строили, а теперь есть предложение все это обратно капиталистам отдать. Единая Германия, понимаешь, кому-то понадобилась. Как тебе это нравится? Мне, товарищ Хрущев, это не нравится. Да ладно бы только это. Амнистия? Выпустить на волю половину зэков. Целый миллион. Неужели не понимаешь? Дестабилизировать обстановку. Посеять в народе недовольство партии и правительства. И главное, что милиция должна все делать по закону. А этим, кто вышел на свободу, значит, все можно. Демагогия! А дочек твоих теперь придется тебе с ординарцами пускать. Вот что такое Берия. Да моя бы воля, я бы его голыми руками. Вот правильно мыслишь, Георгий Константинович. Какие будут распоряжения, Никита Сергеевич? Если ты, Георгий Константинович, не струсишь, ну, прости, был неправ. Нам очень нужна твоя помощь, как замминистра и просто как известного в народе и в армии человека. В общем, Берию нужно арестовать. Просто по-солдатски. И чтоб, если что, рука не дрогнула. Решение осуществить переворот созрело в последний момент. Не будь это чистой импровизацией, Лаврентию Берия, как главе МВД, обязательно стал бы известен факт этого замысла. Федор Степанович, включите радио. Слушаюсь. Сейчас, ни о чем не догадываясь, он ехал в Кремль. Осторожнее! Не дрова везешь! Виноват, товарищ полковник. Кочки не мины. Велено вас пули штаб доставил. А нам что? Нам приказали. Мы сделали. Пропускай! Товарищи офицеры! Товарищи офицеры! Объявляю обращение военного министра СССР, маршала Советского Союза Булганина! Что это обращение? Вот что значит военный министр из гражданских. Добрый.
обращении, в частности, говорилось: разоблаченные ныне враги народа Берия, Деканозов, Кабулов и другие преступные лица оказались замешанными в заговоре против партии и правительства. Приказываю! Приказывают. Приказывают, вот это совсем другое дело. А то обращение. Этот секретный приказ был доведен до старшего командного состава гвардейских Кантемировской и Таманской дивизий. Силами частей и подразделений Таманской и Кантемировской дивизий с частями поддержки захватить центр города. Выборы гражданские. Снаряды какие грузить? Осколочно-фугасные или бронебойные? Блокировать центральный телеграф, железнодорожные вокзалы. Михалыч, ты вообще понимаешь, что происходит? Что происходит? Учение происходит. Вот что. Воевать нас учат. Города брать. И подступы к Кремлю! Паны дерутся. Перегрызлись без Сталина. На нас работу грязную спихнули. А ты приказ получил, вот и помалкивай. Авось отменят. Время выступления. Особым распоряжением. 26 июня 1953 года упомянутые в секретном приказе министра вооруженных сил СССР Николая Булганина Кантемировская и Таманская дивизии участвовали в общевойсковых учениях Московского военного округа. В 1937 году маршал Михаил Тухачевский тоже планировал привлечь к участию в перевороте задействованные в учениях части. Насколько оправдана эта историческая параллель? Все свидетельствует о том, что спустя 16 лет после неудавшегося мятежа Михаила Тухачевского, в июле 1953-го эта идея возникла неожиданно. В 10.00 поступило распоряжение выступать. В Москве предписывалось быть через полтора часа. Звезда, звезда, я Коршун, прием. Срочно! Ты все понял? Я понял, не то, все сделать. Невольным исполнителем этого приказа пришлось спешно загружать боеприпасы и строить в маршевые порядки боевую технику. А это дело не одной минуты. В армии даже плохо продуманные приказы не обсуждаются. 270 многотонных бронированных машин и колонны мотопехоты устремились к Москве. По сообщению ТАСС, антинародные силы в Германской Демократической Республике не прекращают подрывную деятельность в попытке свернуть страну с уверенного курса на строительство социализма. Центральный комитет КПСС, советское правительство и весь советский народ гневно осуждают провокационные вылазки тех, кто не оставил надежды возродить на немецкой земле фашизм. Куда огурец? Сашка, морковку. Ну-ка, положи все на место. Огурец, морковь. Все положи на место. Александр, мы в вашем возрасте. Воспитание, милочка. Да-да, милочка, воспитание. Молодежь. Мам, можно я с ребятами в кино пойду? Ну, каникулы же. Знаю я твое кино. На голубятню до полночи. Смотри, перемажешься, я стирать не буду. Послезавтра воскресенье. У отца единственный выходной за все лето. Если будешь поросенком, он тебя в парк культуры не возьмет. Так и знаю. Вот, вот оно воспитание, да. Ну, как тебе это нравится, а? Германия опять фашисты. Мы за что с тобой кровь проливали, а? Не добились сволочей.
А наши войска, что они там делают? Почему не помогут немцам построить социализм? Вот ты грамотный юриспердент. Объясни мне, за что мы проливали кровь? Иван Тихонович, я тороплюсь. Вот так. Законы знаем, а простому человеку никто ничего объяснить не может. Никогда. У нас пленные немцы социализм, значит, строят, а у себя не хотят. А мы все спешим. Молодежь. Вы, Иван Тихонович, нашу молодежь не трожьте. Вы вон на себя-то лучше полюбуйтесь. Да если бы какой-то пленный немец нашим печатным органам подтерся, ему бы такой социализм показали. А вы правду. Извините за выражение. Сортир! Вон там. Свою правду ищите. А молодежь у нас правильная. Правильно я говорю? Сань! Вот так вот. Ну, отпустить ребенка в кино-то. Ну, Саш, а ты по дороге купишь мне керосину. Вот так вот. Вот так. Вчера Лаврентий Берия вернулся из ГДР. В Восточной Германии было неспокойно. Западная пресса сообщала о массовых недовольствах, которые переросли в восстание. Рабочие были возмущены курсом советского ставленника Вальтера Ульбрихта на ускоренное строительство социализма, который выражался в завышенных нормах социалистических обязательств и снижении заработков. Правительство республики бросило все средства на развитие тяжелой промышленности и сельскохозяйственных кооперативов. В результате возник острейший дефицит продуктов питания и товаров первой необходимости. Бегство на Запад приобрело масштабы национальной катастрофы. В первую очередь с насиженных мест срывались инженеры, врачи, строители, учителя. В 1950 году Иосиф Сталин провозгласил курс на объединение Германии. Именно поэтому, по замыслу вождя, новое немецкое государство должно было стать нейтральной страной со свободной рыночной экономикой. После смерти Сталина Лаврентий Берия заявил прямо: Германскую Демократическую Республику надо ликвидировать. Но неожиданно по германскому вопросу западные державы обрели союзника в лице Советского Политбюро. Да-да-да. Ликвидировать. Резолюция ЦК предписывала руководству Германской Демократической Республики скорректировать планы строительства социализма. На политическом языке это означало: объединению Германии не бывать. Усмирять мирные демонстрации в советской оккупационной зоне пришлось танком. Будто в отместку за его позицию, в июне 1953 года Политбюро направляет Берия в ГДР координировать действия советских войск против восставших. В Германской Демократической Республике Лаврентий Берия справился малой кровью. В результате большая часть из почти тысячи погибших была на совести местной полиции. Но он считал эту победу поражением своим и бывшего вождя. В монолите после сталинского руководства обозначилась серьезная трещина. До этого Берии удавалось все. Он с самого начала взял бешеный темп. Будто его феноменальная интуиция подсказывала: времени в обрез. Сразу после смерти Сталина, через 7 дней после назначения на должность министра внутренних дел,
Лаврентий Берия создает следственную группу по пересмотру нашумевших уголовных дел. А вот на это я прошу обратить ваше особое внимание. Это 4 главных вопроса. Первое – это дело о вредительстве в авиапроме. Второе – это беспорядки в МГБ. Третье – Мингрельское дело. И четвертое – дело врачей. Товарищ Деканозов, я прошу вас лично заняться расследованием дела врачей. Есть. Я хочу, чтобы завтра вместо списка врачей на моем столе лежал список следователей-фальсификаторов. Будет сделано, товарищ Берия. Уже 3 апреля принимается постановление Президиума ЦК о фальсификации дела врачей. На другой день в «Правде» было опубликовано сообщение МВД. В нем, в частности, говорилось. В результате проверки установлено, что привлеченные по этому делу профессор Вовси, профессор Виноградов, профессор Коган, профессор Егоров, профессор Фельдман, профессор Эттингер, профессор Василенко, профессор Гринштейн, профессор Зеленин, профессор Преображенский, профессор Попова, профессор Закусов, профессор Шершевский, врач Майоров, были арестованы бывшим Министерством государственной безопасности СССР неправильно, без каких-либо законных оснований. Тогда же, 4 апреля, издается приказ Берия по Министерству внутренних дел. Установлено, что в следственной работе бывшего МГБ имели место грубейшие извращения советских законов, аресты невинных граждан, разнузданная фальсификация следственных материалов, широкое применение различного вида пыток, жестокие избиения арестованных, круглосуточное применение наручников на вывернутые за спину руки, в отдельных случаях длительное лишение сна и заключение в раздетом виде, холодный карцер. По указанию Министерства государственной безопасности СССР, избиение арестованных поручались особой группе специально выделенных лиц с применением всевозможных орудий пыток. Такие изуверские методы допроса приводили к тому, что многие невинно арестованные доводились до упадка физических сил, моральной депрессии и потери человеческого облика. Пользуясь таким состоянием арестованных, следователи-фальсификаторы подсовывали им сфабрикованные признания в антисоветской и шпионско-террористической деятельности. Приказываю категорически запретить в органах МВД применение к арестованным каких-либо мер принуждения и физического воздействия. Строго соблюдать нормы Уголовно-процессуального кодекса. Орудия пыток уничтожить. Впредь за нарушение законности будут привлекаться к строжайшей ответственности вплоть до предания суду не только непосредственные виновники, но и их руководители. Сегодня он тоже торопится. В Кремль. На заседание Президиума ЦК. Там по его инициативе должен рассматриваться вопрос о бывшем руководителе МГБ Семёне Игнатьеве. Он, по мнению Берия, идеально подпадал под действие приказа о пытках, рукоприкладстве и фальсификации дел. Бомбардировщиков у них нет. Москву бомбить. Ну, Хрущев. Ну, Никита. Никита Сергеевич, ты что задумал? Это же переворот. А это не переворот.
Ты хоть знаешь, что Берия затеял? Вот, полюбуйся. ГУЛАГ ему не нравится. А мы-то ему чем не угодили? Запретить портреты наши носить на демонстрации. Портреты. То есть трудящиеся сами по себе, а политбюро не в счет даешь Конституцию. Это конституционный переворот. То есть долой ЦК. Ну что значит долой ЦК? Так ведь Сталин велел. Пока еще жив был. Чтобы из нас идолов не делали. Да мы сами только что за это проголосовали. Сталин многое чего велел. И что партия в стране будет заниматься только кадровыми вопросами, а управлять правительство. Слышали, слышали? Когда он в 43-м на пленуме заявил. Георгий. Ты же знаешь, еще 3 месяца назад на даче у хозяина мы же обо всем договорились. А теперь что получается? А? Управлять хочет Берия? Один, без нас? Хочет обсуждать Игнатьева? Это что ж получается-то, что мы сами себя высечем? Постой, Никита Сергеевич, не кипятись. При чем здесь Игнатьев? Мы ж со Сталиным договорились. Мы с тобой друг друга не трогаем. Берия на узурпатора уж никак не похож. К власти не рвется. Меня вперед себя продвинул. Так что все так, как договорились 3 месяца назад, в феврале, на даче у хозяина. Партия тебе с Булганиным. Страна мне. Ну, а Берия, как всегда, разгребать завалы. Да тебя Берия на предсовмина выдвинул только потому, что ты русский, а он грузин. Сталин-то понял, что в России 2 грузинам подряд не править, вот и все. Страной ты хочешь управлять. А лагерной пылью ты стать не хочешь? Ты что думаешь, Берия просто так дело врачей развалил? Чистку устроил в органах? А? Ты что думаешь, он тамошних костоломов отдаст под суд, а про нас забудет? Ты головой думай, а не с задницей. Ты же у нас вроде образованный. Не то что мы. Кухаркины дети. Стал наркомом внутренних дел в 38-м году. Так? И что он сделал? А? Со своим предшественником Ежовым? Ну да, да. Расправился с теми, кто в 37-м году показания вместе с зубами вышивал. А сейчас за Игнатьева взялся. Ты что думаешь, просто так? Тоже предшественник. Снова здорово. Пытки ему не нравятся. Да пойми, это он нам войну объявил. Георгий Максимилианович, тут такой расклад. Либо мы его, либо он нас. Теперь Георгию Маленкову стало понятно, зачем Лаврентия Берия отправили в командировку в ГДР. Его просто убрали из Москвы. Таким образом, на подготовку переворота у Хрущева появлялась целая неделя. За это время он мог подготовить заговор, не опасаясь того, что у кремлевских стен были уши. Только не забывай, Игнатьева на министра госбезопасности ты выдвинул. Получается, проглядел. А теперь сам с подачи Берии топишь его. А потом Берия тебя же за связь с врагом народа. Да пойми ты, я ж тебе говорю, он один остаться хочет.
Так. Если Хрущева поддержит армия, это серьезно. Похоже на то. Булганин — человек Хрущева. Молотов, Каганович, Микоян, Ворошилов — не в счет. Этим лишь бы сидеть под кем не важно. Хрущев говорит, не боясь, будто наоборот хочет, чтобы слышали. Значит, и госбезопасность тоже. Да, Никита, ты не блефуешь. Я с вами, Никита Сергеевич. С родной, непобедимой коммунистической партией. Вот и ладно. Скоро заседание, садись. Переписывай повестку дня. Когда начнется, я дам тебе команду. Вызовешь секретаря из приемной. А дальше не твоя забота. Ну ладно, я к себе. Что за маскарад, бардак? Что происходит? Лаврентий Павлович, здесь всегда дежурил наш сотрудник в милицейской форме. Зачем-то переодели в военную. Ладно, проинструктировать-то почему забыли? С этими учениями все с ума посходили. Сейчас некогда. После заседания разберусь. Поехали. Так-так. Переворот, говорите? Ну, давайте, подпольщики, переворачивайте. Оно как заговор провалится. Берия не из таких передряг выкручивался. Подстраховаться надо. Враги хотели поставить МВД над партией и правительством. Органы МВД занимают такое место, где имеется наибольшая возможность злоупотребить властью. Внедрять партийность. Настраиваемся друг на друга. Нужен монолитный коллектив. И он есть. Снять с должности. Назначить министром нефтяной промышленности. Кто хочет обсудить? Срочно, секретно. Президенту Соединенных Штатов Америки Дуайту Эйзенхауэру от посла Соединенных Штатов в СССР Чарльза Юстиса Болина. 26 июня 1953 года. 11:37. Ждем окончательного решения проблемы. Срок сегодня. Наш источник в ЦК дает подтверждение.
Прости, Лаврентий. На улице прохладно. Ты нездоров. Береги себя. Нино Гигичкори, жена Лаврентия Берия. Сегодня будет жарко. Лаврентий Берия, заместитель председателя Совета министров и министр внутренних дел СССР. До свидания. Никита Хрущев, секретарь Центрального комитета партии. В общем, Берию нужно арестовать. Просто по-солдатски. Георгий Маленков, председатель Совета министров Союза СССР. Никита Сергеевич, что ты задумал? Это же переворот. А это не переворот. Ты хоть знаешь, что Берия затеял? А полюбуйся. Сергей Долгушин, командующий 56-й бомбардировочной авиационной дивизии. Вы мне дайте письменный приказ, а большевистская совесть моя подсказывает, Кремль бомбить не буду. Лаврентий Берия отмерял шагами длинный коридор первого корпуса Кремля. Сейчас, за 5 минут до заседания, он встретится с Георгием Маленковым и поймет, что что-то не так. В этот момент он не подаст вида и решит поговорить с ним позже. Колонны Таманской и Кантемировской дивизий, снятые с учений в Калининской области, стремительно продвигались к столице и занимали позиции в городе. Первый. Дивизия вышла на позицию Реутова-Балашиха. Пока все спокойно. Как поняли? Прием. Нескольким подразделениям была поставлена ключевая задача – блокировать дивизию внутренних войск имени Дзержинского. Она дислоцировалась в подмосковной Балашихе и напрямую подчинялась министру внутренних дел Лаврентию Берии. Есть открывать огонь на поражение, если дзержинцы будут прорваться. Генерал, твои понимают, кого арестовывают? Да с этим-то как раз все нормально. Николай Булганин, военный министр СССР. Просто привыкли, что при Сталине в Кремль с оружием было нельзя. Сталин это тоже не уберегло. То есть я имею в виду, его уже нет, а я есть. Я приказываю всем иметь при себе личное заряженное табельное оружие. Всем, кроме Жукова. А ты ему не говори про оружие-то. Голыми руками. Главное, чтобы в последний момент Жуков не испугался свои голые руки марать. Он ведь у нас икона. Хорошо, что вы с ним сами поговорили, Никита Сергеевич. А то он меня ни в грош не ставит. Я для него пиджак гражданский. Думает, что я плечо ему подставлю. Да я недавно на этом плече Сталина в гробу по Красной площади нес. А Жуков, если рыбнется, проедет по ней на лафете. Нет, Жукову оружие не давать.
лояльности Георгия Маленкова Лаврентий Берия не сомневался, пока председатель правительства поддерживал все его начинания. 17 марта 1953 года Лаврентий Берия обращается к председателю советского правительства Георгию Маленкову с планом ликвидации ГУЛАГа как хозяйственной единицы. Слушай, Лаврентий Павлович. Егор, есть еще одна мысль. Какая? Надо бывшее предприятие главного управления лагерей передать гражданским министерствам. Упорядочить. Такие как главзолото, Норильский комбинат цветных металлов передать министерству металлургической промышленности. А лагеря тогда? А лагеря передать министерству юстиции. Так, понимаю. Сами осудили, пусть сами охраняют. А что, неплохо. Вот так. В соответствии с разработанным Берия планом в стране начинается невиданная по масштабу амнистия. Из 2,5 миллиона осужденных на свободу планируется выпустить около миллиона человек. Вопреки расхожему мнению, соответствующий указ называл первоочередников на освобождение. Женщин, имеющих детей до 10 лет, беременных, несовершеннолетних, больных и стариков. Уже 20 мая отменяются паспортные ограничения для отбывших наказаний. Берия обосновывает этот шаг гуманными и практическими доводами. С одной стороны, он ратует за прекращение мытарств и восстановление семей осужденных, с другой, мотивирует это хозяйственной необходимостью. В стране 340 режимных городов и миллионы гектаров закрытых зон. При таком положении целые регионы, такие как Камчатка, Сахалин, Калининград, рисковали остаться без рабочей силы или попросту обезлюдить. Приемная товарища Берия. Немедленно, немедленно по отдельному указанию. Приемная товарища Берия. Есть, так точно, доложу. Дежурный офицер. Доложу. Приемная, товарища Берия. Через 10 минут? Есть. Одну минуту. Приемная, товарища Берия. Обязательно доложу, товарищу Берия. Не волнуйтесь. Да, да. Немедленно. Как только приедет. Здравствуй, Лаврентий. Георгий Маленков хорошо помнил 38-й год, когда Сталин срочно сорвал своего Лаврентия с руководства Грузии. Тогда, после успешной ликвидации заговора маршала Тухачевского, нарком внутренних дел Ежов почувствовал полную безнаказанность. Органы госбезопасности, в который уж раз за свою историю становились государством в государстве. И непомерные амбиции человека ростом 151 сантиметр с явными сексуально-психическими расстройствами Николая Ежова. Трудно удержаться от завышенной самооценки, если за твоими плечами НКВД. Именно в этот момент в Москве появляется Лаврентий Берия. С гор спустился, как снег на горячую голову. По закону все хотел. Только за один 39-й год 300 тысяч реабилитировал. Полгода по его приказу весь следственный аппарат НКВД с липовыми делами разбирался. Здравствуй, Егор. Здравствуй, Лаврентий Павлович. Сейчас Георгий Маленков понимал, машина переворота запущена Хрущевым, что называется, на полную катушку. Неужели хитрый и расчетливый игрок Лаврентий Берия ни о чем не догадывается, ни о чем не знает? В Кремле
дежурные МГБ сдавали свои посты армейским офицерам. Отдельные группы автоматчиков блокировали все входы и выходы из зданий. Операцией на территории Кремля командовал генерал Кирилл Москаленко. А из своего кабинета на Лубянке генерал-полковник Иван Серов. Иван Серов. С марта 1953 года первый заместитель министра внутренних дел Лаврентия Берия. Привлечь весь резервный состав! Заседание проходило достаточно напряженно. Члены президиума ЦК партии начали критиковать поведение Лаврентия Берии. Он же пытался вернуться к вопросу о незаконных методах следствия и дознания. Что вы здесь судилище устроили? Хватит искать блох у меня в штанах! Георгий Максимилианович, предлагаю вернуться к повестке дня. В заседании принимали участие Климент Ворошилов, Вячеслав Молотов, Анастас Микоян, Лазарь Каганович, Николай Булганин и другие члены президиума ЦК. Предлагаю вернуться к повестке. Игнатьева вызвали? Товарищ Жуков, приказываю арестовать гражданина Берия. Егор, что ты делаешь? Что происходит? Молчать, гнида! Сейчас я тебе объясню, что происходит. Что за происходит, Никита? Обыскать! В тот же день армейские офицеры провели задержание семьи Берии. Жены Нино, сына Серго, создателя противовоздушной обороны Москвы, невестки Марфы Пешковой, которая находилась на седьмом месяце беременности, и двух внучек Лаврентия Берия, Нины, 6 лет, и 3-летней Нади. В июле в Москве темнеет поздно. Заговорщики продержали Лаврентия Берия в кабинете Маленкова до вечера. Они опасались, что на улице кто-нибудь из служащих Кремля узнает в связанном человеке всесильного министра внутренних дел и предупредит верных ему людей. Опасались, что те могли поднять по тревоге дивизию внутренних войск имени Дзержинского. От места дислокации дивизии МВД в подмосковной Балашихе до Кремля 15 километров. Хрущев решил действовать тихо. Под покровом темноты Берия доставили на гауптвахту Московского военного округа. Окружная военная тюрьма располагалась в Алешинских казармах бывшего Крутицкого монастыря. Это в 5 минутах езды от Спасских ворот Кремля. Это протокол ареста Берия Лаврентия Павловича. Любой начинающий юрист обратит внимание. В нем нет главного – отпечатков пальцев и стандартных фотографий анфас и в профиль. На армейской гауптвахте сделать это было просто некому и нечему. Достаточное основание, чтобы развалить дело.
но разваливать нечего. Дела не было. Все только начиналось. Вызывали, Никита Сергеевич? Докладывай. У нас все по плану. Какому, мать твою, плану? Ну, по какому плану, я тебя спрашиваю? Мы на ЦК его разоблачили, арестовали, предотвратили государственный переворот. Если вся страна завтра узнает, на кого она молилась все эти годы, а что делает генпрокуратура? А? Ну, но ведь я еще не назначен генпрокурором, Никита Сергеевич. Роман Руденко, с 1944 по 1953 год, прокурор Украинской ССР. Никита Сергеевич. Ну, считай, что назначен. Прежнего в понедельник снимем, приступай. Но ведь санкцию на арест зампреда Совмина должен дать Верховный Совет. И я дело возбуждать не могу. По закону мне для этого... Слушай ты! Буквоед! Выучился! Грамотный! Я что, с Украины тебя? Для того вытащил, чтобы ты мне здесь про законы рассказывал? Забыл, как в 30-х в Донецкой области дела шел? Сколько на тебе невинных душ? Ишь, как Берия заговорил. Ты что с ним в одну банду захотел? Это он партию в грош не ставил вместе с Иосифом Виссарионовичем. Нет больше Иосифа Виссарионовича! И Берия должен за ним отправиться, понял ты, крыса канцелярская? А я есть. И партия тоже есть. Я тебе покажу по закону. Закон – это партия, а партия – это мы. И партия со всех спросит. Из тебя тоже. Ты с этим шпионом или с нами? Не слышу! Да я... Что, я ничего? А что народ подумает? Народ подумает то, что мы ему скажем. И еще народ подумает, кто из врагов вместе с Берией сумел втереться в доверие партии. Вот завтра все объявим. А ты мне еще расскажи про распоряжение, постановление. Ты мне про ордера еще расскажи. Иди. Работай, верши правосудие. Подбирай команду верных ленинцев. А чтоб вся преступная банда была ликвидирована. Свободен. Хотя постой. Присядь. Вот что, Роман, время такое, без армии нынче никуда. И судить мы Берию будем по-военному. Да, правильно. Не старайся, я тебе верю. Председательствовать будет Конев, ему народ поверит. Пусть маршала маршал судит, так солиднее. И разъясни своим овчаркам задачу. Партия уже разобралась, что Берия иностранный шпион, изменник Родины и предатель. Партия сумела исправить свои ошибки. Смотри, прокуратура, не ошибись, а то и вас исправим. Вот теперь иди, проси Жукова зайти. Хорошо, Никита Сергеевич, а то он уже там целый час под дверью дожидается. Ничего, в приемной не на нарах. Пусть спасибо скажет, что Сталин его пожалел. Тоже мне возомнил себя вождем. Обо всех своих друзей сапоги вытер. Но ничего,
Мы спесь-то с него собьем. Быстро. Ну иди, иди, работай. Позови Жукова. Пусть войдет. Иди, работай. Здравия желаю, Никита Сергеевич. Ба! Георгий Константинович, ёксель-моксель. Ну, спасибо, Георгий Константинович. Не подкачал. Вот что значит армия. То в стране не на кого положиться. Служу Советскому Союзу. Вы только прикажите. Мы ведь как в войну. Ни перед чем не остановимся. Да ладно, Георгий Константинович. Ну, как он там? Нормально. Довольствие выписали, а так недоволен, конечно. О, недоволен. Гарнизон не санаторий. Требует бумагу, караульных застращал. Застращал, говоришь. А что пишет-то? Мемуары? Да, вот что еще. Георгий Константинович, вот ежели гауптвахту приступом брать, она сколько продержаться может? Да что там ее брать? Дивизия Дзержинского одним батальоном проутюжит. Ну, Булганин, ну ничего гражданским поручить нельзя. Даже Министерству обороны. Георгий Константинович, принимай решение. Лично ответишь, если Берию его подручные вытащат. В случае чего, сам знаешь, при попытке к бегству. Да мы вся армия за вас, в огонь и в воду. Да ладно, ты за всю армию не расписывайся. Но сам про медные трубы не забывай. Ну, а я в долгу не осталась. Как ты понимаешь, Георгий Константинович, ведь неправильно, что нашими вооруженными силами штатские командуют. Молчишь. Я вот тоже думаю, на кого опереться. А скажи, нет ли у тебя в военной прокуратуре надежного человека, преданного нашей партии? Ну, чтоб язык умел за зубами держать. Найдем. Из-под земли достану. Как-нибудь понадежнее спрячьте. Ну, неправильно, что маршала на гауптвахте держат. Ну, не дисбат же ему светит, а 58-я прим. А это сам знаешь, Георгий Константинович. Измена родине. Срочно. Секретно. Президенту Соединенных Штатов Америки Дуайту Эйзенхауэру от посла Соединенных Штатов в СССР Чарльза Юстиса Болина. 26 июня 1953 года. Наш источник в ЦК сообщает. Главный фигурант арестован. Дается подтверждение. Вопрос объединения Германии окончательно закрыт. Утро следующего дня Москва встречала спокойно. Люди спешили на работу, покупали в киосках газеты. Обращение Президиума Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Вчера, 26 июня 1953 года, разоблачен злейший враг советского народа. Агент американского империализма Лаврентий Берия. Коммунистическая партия и советское правительство выражают уверенность в том, что гнусные происки врагов нашей великой Родины не могут поколебать веру народа-победителя в светлые идеалы социализма. Президиум ЦК призывает весь советский народ еще крепче сплотиться вокруг родной коммунистической партии.
кругом эти шпионы, Зоя, а? Сколько их развелось. Вот не угомонятся никак капиталисты. Проклятые! Да откуда вы знаете, Клавдия Федоровна, что Берия шпион? Так по радио сказали-то. Он верный сталинец. Неужели вы считаете себя умнее товарища Сталина? Они с Лаврентием Павловичем столько лет плечом к плечу. Вы что ж думаете, Бош его проморгал? Да не мог, Иосиф Виссарионович, так в человеке ошибаться. Я правильно говорю, Саша? Не мог, дядь Вань, не мог. Эх, был бы товарищ Сталин жив, он бы во всем разобрался. А вы, Иван Тихонович, считаете, что партия ошибается? Сами за собой свет-то в уборной никогда не выключаете. А все туда же разговорились, о государственных делах рассуждают. А свет потушить некому! Саш, ходи с газетами. Ща, мам. Ну, а ты что скажешь, товарищ майор? Мог такой человек, как Берия, быть врагом народа? Да. Ну, а почему нет? Или он лучше Ежова, Бухарина и Тухачевского? Они ведь тоже не маленькими людьми были. Вот однажды в Литве мы никак не могли понять, почему бандиты о наших действиях узнают быстрее, чем мы. А знаете, кто им помогал? Нет. Вот. Начальник районной милиции. Вот так вот. Собственной персоны. Черт. Так что враг, если ему нужно, высоко может забраться. Но в конце концов его разоблачат. По-моему, так. Вот. Он поэтому и врачей освободил. Потому что сам наверняка вредитель. Да. А всем врачам дали задание всех людей извести. Да. Вот моя участковая, например. Да. Лечила меня. А мне только хуже. Зоенька, ну что, завтра готов? А то я опаздываю. Ты поговорил с Сашкой? Совсем от рук отбился. Одни голуби на уме. Ты несешь газеты или нет? Отец опаздывает. Новожилов Андрей Николаевич здесь живет? Пошли. Здесь, Новожилов. Мы все здесь проживаем. Зоя, назад. Я сам. Вот оно, как оказывается, бывает. Среди бела дня. За что? Служил честно. Войну прошел в СМЕРШ. Пулям не кланяться. Комиссован поранили. Полгода не дотянул до победы. Закончил юридически. С тех пор в военной прокуратуре. Родственников за границей нет. Отец погиб в московском ополчении. Мать умерла, не дождавшись. Может, Зоя? Точно. Прокоп. Сколько раз я говорил, что ты повадилась в церковь. Начальник управления все посмеивается. Мол, легче Гитлера разбить, чем справиться с собственной бабой. Все-таки за что? Машина-то какая? Нет, братцы. Врагов народа мы таких не возят. Сергеевич Новожилов. Приди. Вот ты какой, товарищ Новожилов. Слыхал. Что, не узнаешь меня?
Ну что, Никита Сергеевич, мы с вами еще с 43-го года знакомы. Вы к нам на Воронежский фронт на Курскую дугу приезжали, как член военного совета. Да вы меня не помните, наверное. Мы по кустам замаскированные вас охраняли. Значит, конечно, Вожилов, мы с вами старые фронтовые знакомые. Андрей Николаевич, хочу поручить тебе одно дело государственной важности. Язык за зубами держать умеешь, но так, чтобы никому, даже самым близким. У нас в СМЕРШе болтливые не задерживались. Вот и гарно. Чайку с дорожки. Нет, спасибо, только из дому. Мне тебя сам Жуков рекомендовал. Поэтому доверие к тебе полное. Тихо. Давай, 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 давай. Тихо, тихо, спокойно. За жабры ее. Справлюсь ли? Справишься. Дело для тебя привычное — шпионов ловить. Ведь только вот объект мы тебе доверяем особый. Газет читаешь, радио слушаешь. Что в стране творится? Вы о Берии? Охватка. Смотришь в корень. Нам бы твой опыт военного контрразведчика. Мы ведь этого изменника почти проморгали, но в самый последний момент сумели обезвредить. Он готовил государственный переворот. И мы его судим по всей строгости советского закона. Только вот какое дело, Андрей Николаевич. Что партии от тебя нужно, Андрей? Следствие будет вести новый генеральный прокурор Руденко. Особое судебное присутствие возглавит генерал Конев. Они, солдаты партии, свое дело сделают. Одно — доказать, что Берия изменник и шпион, а другое — понять, что он задумал, придя к власти. У него под контролем было все. И разведка, и промышленность, и внешняя политика. Информация на всех в ЦК. Я должен понять, что он знал о каждом. Выяснить, кто у него был под колпаком, кто на него работал. Говоря вашим языком, уйдет в отказ. Справишься, товарищ Новожилов? Постараюсь, Никита Сергеевич. А как же официальное расследование? А не твоя забота. Делай свое дело. Разговори его, как языка на фронте. Войди в доверие. Прямо ему скажи, что работаешь на меня. И передай, что я не хочу, чтобы ему влепили вышку. Если раскажется, сидит лет 8 и выйдет по амнистии. Там, глядишь, обменяем его под шумок на какого-нибудь нашего разведчика. С ним говори о чем угодно. Хоть о бабах, хоть советскую власть костери. Прослушки там не будет, никто не узнает, кроме нас с тобой. Но и сам никому ни слова. Ни генералу, ни маршалу, ни жене в постели. И после каждого допроса ко мне. На доклад. Немедленно. С трофейным диктофоном справишься? Ну уж не сложнее парабеллума. Ох, лихой. Все же Андрей осторожней. Он зверь матерый. Ему, дай воли, он бы Геббельс перевербовал. И хитрый. С 18-го года под личиной скрывался. Оказывается, его тогда в Баку англичане завербовали. Про 26 бакинских комиссаров в школе учил. Похоже, его рук дело. И держи ухо востро.
С Богом. Вечером следующего после ареста дня, 27 июня, Лаврентия Берия со всеми предосторожностями перевели в бункер оперативного штаба Московского военного округа. Здесь было надежно. Штаб располагался недалеко от Кремля. С одной стороны Москва-река, с другой – обводной канал. К этому моменту стало ясно, что операция по захвату Лаврентия Берия прошла чисто. А бункер надежный? Надежный, товарищ командующий. Еще до войны строили. Говорят, что выдержит даже атомную бомбу. Этот пострашней атомной бомбы будет. Смотреть в оба. Никого к нему не пускать без особого распоряжения ЦК. Ясно? Так точно. Выполнять. Есть. Спустя час после перевода Лаврентия Берия в бункер при штабе Московского военного округа его повели на первый допрос. Берия. Разрешите? Да, водите. Здравствуй, гражданин Берия. Ну, садись. В ногах правды нет. Правда, она совсем в другом месте. Так когда-то говорил товарищ Ежов. Пойдем. У вас хорошо со зрением. А то я без пенсне плохо вижу. Что там написано под моим портретом? Да. Если я под следствием... Будьте любезны по процедуре. Обвинение, постановление, мера пресечения. А до тех пор извольте называть меня как положено. Товарищем, что ли, тебе величать прикажешь? Какой вы мне товарищ? Я буду называть себя просто прокурор. Не сметь меня. Держать! Сидеть, я сказал! Я старший по званию, поэтому приказывать могу здесь только я. Молчать! Нет у тебя больше званий, ты никто! А я генеральный прокурор Советского Союза! Что-то я не припомню, чтобы я голосовал за твое назначение. Снимите с него наручники! Вот постановление. Ознакомьтесь. Пожалуй, подпишите вот здесь. Послушайте, Руденко, я не арестован. Я похищен бандой лиц, находящихся в преступном сговоре с целью захвата власти. Вы, кстати, в их числе.
Я подпишу эту Филькину грамоту. Все равно она силы не имеет. Где фотография анфас-профиль? Где отпечатки пальцев? Забыли в попыхах? Сядь, как положено! Надеть на арестованного наручники! Вот так вот. Все, свободен! А теперь, Лаврентий Павлович, давай по душам. Положение ваше безвыходное. Забираться бессмысленно. ЦК поручил мне провести это расследование. И я его проведу. В ваших преступлениях мы вас все равно заставим сознаться. Так-так. ЦК, значит, назначает руководителя расследования и формулирует обвинения. Блестяще. Конституция отменена. Это не сговор с целью захвата власти. Это захват власти с целью изменения государственного строя. Или, говоря по юридическому определению, государственный переворот. 59-я Прим. Мне, преступникам и заговорщикам, признаваться не в чем. Ничего, ничего. Так-то вот, гражданин Руденко. Ничего. У меня все признаются. Я это дело открою. Я же его и закончу. Мы изобличим вас, как изменника Родины. Иностранного шпиона, готовившего государственный переворот. А также организатора массовых репрессий, направленных на уничтожение невинных людей и честных членов партии. А, так это я, оказывается, их чести лишил. Может, партия тогда для полного комплекта пришьет мне и изнасилование всех честных московских бледей? Приятно. Приятно работать с умным человеком. Спасибо за мысль. Пришьем. Обязательно пришьем. Только не бледей, а невинных девочек. Школьниц, а? Государством руководил растлитель малолетних. Вечный позор и всеобщее негодование трудящихся страны советов. А потерпевших где возьмешь? Своими, что ли, девочками поделишься? Да. Сука! Кажется, ты исчерпал все свои аргументы, прокурор. Ничего, не таких ломали. Вы же лучше многих знаете наши методы, вы обречены. Но если станете сотрудничать со следствием, у вас есть еще шанс умереть честно, как организатор антисоветского заговора. Пойдете в отказ, навсегда останетесь в памяти людей, как насильник и изменник Родины. Выбор понятен? Кстати, Лаврентий Павлович, ЦК партии решил удовлетворить вашу просьбу и во всем объективно разобраться. Я ни о чем ЦК не просил. Ну как же так? Лаврентий Павлович, сами лебезите в письме перед Центральным комитетом. И вдруг? Вот. Черным по белому. Дорогие товарищи, прошу вмешаться. А то будет поздно. Всю свою жизнь отдал своей родной партии. Да. Скользкий вы человек, Лаврентий Павлович.
Одна фальшивка уже есть. И вы их можете наплодить целые тома, включая протокол допросов. Моя семья тоже у вас в руках. Ай-яй-яй. Да, какого человека страна теряет? С английской разведкой. Так же хорошо понимали друг друга. Кстати, Лаврентий Павлович, а почем сейчас англичане платят? Все, допрос окончен. Я устал, мне надо думать. Вы свободны. Да, я свободен. А вы думаете? Думайте. Это вы... Гражданин Берия. У вас это неплохо получается. Увести! Снимите эту пакость со стены! Сатыщенник! Фамилия Новожилов. Чем обязан, майор? Я уже все сказал Руденко. Я не понимаю, о ком вы говорите. Возьмите платок, у вас, кажется, кровь. Брось, майор. Оставь свою игру в доброго следователя для уличной шпаны. Руденко он не знает. Хоть бы протокол вели для приличия. Я действительно не знаю никакого Руденко, а протокол нам не понадобится. Значит, решили при попытке к бегству? Тогда не тяни, майор. Смотри, не промахнись. Thank you.
делаешь? Что происходит? Молчать, гнида! Сейчас я тебе объясню, что происходит. Что за происходит, Никита? Обыскать! Лаврентий Берия, заместитель председателя Совета министров СССР и министр внутренних дел. Это он партию в грош не ставил вместе с Иосифом Виссарионовичем! Нет больше Иосифа Виссарионовича! Никита Хрущев, секретарь Центрального комитета партии. Вы только прикажите, мы ведь как в войну, ни перед чем не остановимся. Георгий Жуков, заместитель министра обороны СССР. Товарищи, предлагаю выпить за нашу армию и за героев Кирилла Семеновича, Георгия Константиновича, за их преданность коммунистической партии и решением президиума ЦК. За чистую работу. Кабы не они, сидеть нам сейчас не за этим столом, а... Шестого июня 1953 года министра внутренних дел Лаврентия Берию внезапно, без положенных санкций, захватили и упрятали в секретный бункер сами товарищи по партии и правительству. Руководил захватом главный коммунист, секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, а участниками были министр обороны Николай Булганин, его первый заместитель маршал Георгий Жуков и командующий Московским военным округом генерал-полковник Кирилл Москаленко. Ни в тот день, ни неделю спустя, ни через полгода на так называемом процессе по делу Берии никаких вразумительных оснований для его ареста предъявлено не было. Нет их и по сей день. Летом 1953 года в Советском Союзе произошел государственный переворот. Да не шепчи ты, тут все свои. Никита Сергеевич, там товарищ Серов. И что? Пропустить? Ну, а я думаю, где это у нас главный чекист пропал, а? Ну что, Иван Сергеевич, проходи, садись, угощайся. Спасибо, Никита Сергеевич. Я по поводу Берии. А что случилось? Я хотел проверить порядок содержания арестованного. Так сказать, лично удостовериться. Приехал... В общем, я туда приехал. А люди Москаленко меня не пустили. Значит так, Иван Александрович, ты тут обиженку не строй. За содержание и охрану Берии командующий Московским военным округом отвечает лично. Так, товарищ Москаленко? Так ответьте товарищу Серову. Правильно его содержат, неправильно. Откуда мне знать? Я не юрист, не чекист. И все эти закавыки... Я коммунист и солдат, а Берия предатель.
враг партии и агент империализма. Обращение с ним соответственное. Как говорится, в пределах. А пока есть опасность, что сообщники могут Берию освободить, он останется под охраной армии, там, где находится. Значит так. Следствие надо начать немедленно. Есть мнение назначить на это дело товарища Руденко. Нет возражений? Руденко в Нюрнберге себя хорошо показал, на Украине. Сделаем его генпрокурором вместо этого тюфика Сафонова. И пусть отрабатывает. А заодно и посмотрит, как там все, по закону или нет. Так, теперь ты, Иван Александрович. У вас в органах, куда ни плюнь везде, в человека Берии попадешь. Да ты не волнуйся. Но рисковать мы не можем. Выпустить сейчас Берию все равно, что Гитлера, даже хуже. Так что никаких контактов. Никаких, ясно? Разрешите идти? Слушай, Никита, а ведь у нас Лаврентий незаконно сидит. Ни постановления, ни санкции, вообще никаких оснований. И разговоры ползут нехорошие. Пусть пообщается со своими. Москаленко присмотрит, они успокоятся, а мы время выиграем, а? Ерунда все это, Лазарь. Не о том ты думаешь. Ха, незаконных арестов он испугался. Да у наших чекистов руки в крови таких арестованных по локоть. Вашей жизни ничто не угрожает. Я выполняю личные поручения товарища Хрущева. Вот как. Мне неизвестна такая следственная процедура. Или он мне мандарины передал. Не повезло тебе, майор Новожилов. Ну, раз уж ты в это дело вляпался, давай сразу на чистоту. Что Никите от меня нужно? Хрущев поручил тебе войти в доверие государственному преступнику, так? Так. Колоть меня не на чем. Обвинения не предъявлены. Значит, Никите что-то понадобилось. Но что? Я уполномочен передать, что вам сохранят жизнь, если вы будете откровенны. Это все? А в чем я должен быть откровенным? Он тебе случайно не сказал? Скажи, майор, у тебя есть семья? Жена, дети? Давайте обойдемся без этих подходов. Я служил в СМЕРШе. И товарищ Хрущев меня предупредил, что вы мастер вербовки. Поэтому моя семья отношения к делу не имеет. Дурак ты, майор. Дурачок из русской сказки. Никита, он чистоту любит. Он свидетелей не оставляет. Поэтому и выкручивался столько раз. Берегись, майор. Благодарю за беспокойство. Так, что мне доложить товарищу Хрущеву? Передай, что мне терять нечего, кроме честного имени. Оболгут. Чуть не сказал, переживу. Нет, не для того в 50-м смертную казнь вернули. Объявят шпионом и расстреляют. А на туфту просохранить жизнь? Пусть он покупает Жукова
и всех своих подельников, с которыми он потом обязательно расправится. Но пока ему от меня что-то нужно, играть будем по моим правилам. Первое. Не трогать мою семью. И второе. Я хочу знать, зачем Никите переворот. Все мое. Извини, что не провожаю. Что мне не здоровится. Ну что, притихли? Берию пожалели. А он вас не пожалел бы. У него для каждого камера была. Для каждого. И для тебя. И для тебя. И для меня. Камера и пуля в затылок. Бери готовил заговор. Просто мы его опередили. Ну, для нас теперь главное не допустить раскола партии. Зачем Берии нас арестовывать? Ты сам-то в эту байку о заговоре веришь? Черт его знает. Микоян-то он поверил. И Жуков, и остальные. Все же Никита тоже не вчера родился. За 30 лет сталинского правления высокопоставленные государственные чиновники подвергались аресту и суду не раз. Механизм подобных дел был четко отработан. Сначала от служб безопасности получали компрометирующие материалы. Затем высшее политическое руководство тайно их изучало, требовало объяснений от обвиняемого, и лишь потом Политбюро давало санкцию, после которой следовали арест, уголовное дело и суд. Приговоры оказывались предрешенными, потому что до передачи дела в НКВД его полностью вели члены Политбюро. До 26 июня 1953 года никогда высокопоставленного чиновника не арестовывали внезапно, без объяснения причин. Хреново дело. Надо собирать пленум. Да ты что, Анастас? Какой пленум? Пленум ЦК. Порядок есть порядок. А там объявим Лаврентия английским шпионом, припомним старое, публично заклеймим, исключим из партии. В общем, как обычно. Да вы с ума сошли. Пленум — это 250 человек. И каждый из них может потребовать предоставить слово Берии, чтобы он потом оправдывался или каялся. Да уже поговаривают, что Лаврентия убили при аресте. Пленум собирать придется. Никуда от этого не деться. Заклеймить врага народа и наймита империалистов нужно завтра же. А вот живой он или мертвый, информации не дадим никакой. Вообще. А то скажем слово, суда начнут. А промолчим, так и обсуждать будет нечего. Участники переворота совершили сразу несколько государственных преступлений. Но похищение человека и незаконное лишение свободы не шли ни в какое сравнение с изменой родине. По 58-й статье Уголовного кодекса Хрущеву, Булганину, Жукову, Москаленко и остальным подельникам грозило единственно возможное наказание – расстрел. Поэтому необходимо было срочно придать содеянному законный вид. Целый день одно и то же.
все уши прожужжали. А нам он в школу из рано указание пришло снять все портреты Берии. Но мы с директором подождали, пока все разойдутся. Поубирали их все в чулан. Почему в чулан? Прячете врага от карающего меча советского правосудия? Никого мы не прячем, да. А вдруг ошибка, а? Помните, как объявили, что Каганович застрелился? Да. Тогда тоже портреты стали снимать. А оказалось-то что? Все в раке, да. И застрелился его брат, вот так. Там ошибок не бывает. А наше дело маленькое. Скажи, снимай, значит, снимай. Ноги вытирайте! Я что хотел сказать? В общем, доклад на пленуме о разоблачении Лаврентия должен сделать ты. Почему я? Ты секретарь ЦК. Ты выступай, пленум-то партийный. Пленум-то партийный, а вот дело государственное. А ты у нас председатель Совета Министров. Действительно, было очень важно, чтобы с речью на пленуме выступил именно Маленков. Только его имя стояло в передовице газеты «Правда» за 5 марта 1953 года рядом с именами Ленина и Сталина. После смерти вождя рупор партии однозначно назвал стране преемника. Двумя месяцами позже, во время первомайской демонстрации, Маленков первым встал на трибуне Мавзолея. Следом появились Берия с Молотовым и только потом Хрущев. И теперь для всей страны Георгий Максимилианович Маленков продолжал оставаться первым лицом государства и преемником Сталина. В общем так. Я партия, а ты правительство, и быть нам с тобой заодно. Что я должен сделать? Другой разговор. Выступишь на пленуме с разоблачением. Бери, а мы тебя поддержим. А в чем его можно обвинить? Да в чем угодно. Как и любого из нас. Ну, чтоб партию в грош не ставил, чтоб с англичанами в 20-х хороводил, людей невинных казнил, переворот готовил. В общем, ты правительство у нас. Ты и думай. Государственный переворот 26 июня опирался на высшее руководство вооруженных сил СССР. Однако сидеть на штыках было неудобно. Поэтому каждому члену и кандидату в члены ЦК КПСС было срочно отправлено секретное циркулярное письмо. В нем предлагалось в обязательном порядке прибыть в Москву ко 2 июля для участия в работе внеочередного пленума ЦК. Письмо подписал Никита Хрущев. Руководящим членам партии недвусмысленно давали понять, кто приглашает, тот и новый хозяин. И второе. Я хочу знать, зачем Никите переворот? Все, майор, извини, что не провожаю. Да, что мне не здоровится. От сволочь всех застращал. Жестче надо было с ним. Жестче, без этих сюси-муси. Не виноват, Никита Сергеевич. Вы приказали войти в доверие, а мне нужно было врага прощупать. Да ладно, ладно. Это я так. Ловко ты его отбрил, когда он про жену и детей спросил. Да, вербовать Берия мастер. Всех под себя хотел подмять. Органы, Центральный комитет, партию всю. Понял, какой человек? Нам надо распутать всю паутину. Главных сообщников мы уже арестовали. А остальных-то тысячи, десятки тысяч, сотни. Вы хотите всех
Арестовать? Да надо было всех. Да у нас лагерей-то 1,2 миллиона людишек. Ну, от силы 2,5. А что ты хотел? Ленинградское дело помнишь? Когда в Питере заговор был, только к стенке 200 человек поставили. Специально смертную казнь пришлось вернуть. В январе 1949 года в ЦК КПСС поступил сигнал из Ленинграда. В анонимном письме сообщалось, что несколькими неделями раньше на Ленинградской партийной конференции были сфальсифицированы результаты выборов на ответственные должности. Анонимный донос проверили, и сведения о подтасовках подтвердились. 23 подброшенных бюллетеня не изменили результаты выборов, но показали нечистоплотность ленинградского руководства и лично секретаря ЦК Алексея Кузнецова, который курировал партийную жизнь города. В результате виновные лишились высоких постов, но аресты начались лишь полгода спустя. И тогда появилось громкое ленинградское дело. По ленинградскому делу несколько тысяч людей проходило. И думаешь, всех вычистили? Не могу знать, Никита Сергеевич. Вот. И я сомневаюсь. Больше тебе скажу. Врагов мы истребили немало. Но сколько их еще ходит по земле? И чувствую, Берия знает что-то очень важное. Потому так и наглеет. Вы имеете в виду его требования? Сука! Сидит как пособник мирового империализма и английский шпион. Но имеет наглость ставить нам условия. Значит, точно есть у него какие-то бумаги. Наверное, даже целый архив. А для Лаврентия люди ничто, мусор. Главная информация, документы, имена, факты. Скомпрометировать может любого. Вот ты на войне сколько городов кровью поливал. А завтра и жена твоя узнает, что у тебя в каждом городе по ребенку. Вот и Берия еще не на такие шутки способен. Никита Сергеевич, вы мне конкретную задачу поставьте. Задача у тебя такая. Из-под земли, откуда угодно, добыть архив Берии. Особенно важно то, что имеется по ленинградскому делу. Действуй. И помни. Времени у нас в обрез. Еще в 1948 году министр госконтроля Мехлис докладывал Сталину, что в Ленинграде участились финансовые злоупотребления, практикуются поборы с заводов, процветает коррупция. Отмечался и локальный культ личности бывшего первого секретаря ленинградского обкома Кузнецова. Заняв должность начальника управления кадров ЦК, Кузнецов расставлял своих людей на руководящие партийные посты по всей стране. В коммунистической верхушке начала формироваться ленинградская группа. Это настораживало Сталина. Проверка, начатая в Ленинграде по анонимному письму в январе 1949 года, вскрыла более серьезные нарушения, чем фальсификация выборов. В 1948 году здесь, без специального разрешения ЦК и Совета министров, прошла всероссийская оптовая ярмарка. Свезенное в город продовольствие попросту протухло. Чудовищный шок для страны, которая еще не оправилась от страшного голода 47-го года. Колоссальное потрясение для Ленинграда, где в блокаду голод унес 1 миллион человеческих жизней. Астрономический ущерб на сумму в 4 миллиарда рублей. Но главный криминал был не в этом. Следствие показало, что ярмарку использовали как ширму, за которой Кузнецов готовил создание Российской коммунистической партии. Более того, он предлагал объявить Ленинград столицей России. Весной 1949 года Сталин наконец находит основную причину событий, которые произошли в Ленинграде. Проверка деятельности Госплана показала, что в главном экономическом штабе страны постоянно пропадали секретные документы.
Товарищ Сталин, я говорил с бывшим руководителем Госплана, Вознесенским. У меня сложилось впечатление, что... Впечатление? Не юридическая категория, товарищ Маленков. Нас интересуют факты. Что показала проверка в Госплане? Комиссия обнаружила исчезновение 236 секретных и совсекретных документов, содержащих государственную тайну. Зачитать список? Весь не надо, только основное. Государственный план восстановления народного хозяйства на 45-й год. На 209 листах. О расчетах нефтеперевозок на 45-й год, номер 128, на 3 листах. Перспективный план восстановления народного хозяйства в освобожденных районах СССР, номер... После войны Соединенные Штаты не раз предлагали Советскому Союзу огромный кредит на восстановление разрушенного войной народного хозяйства. 8 миллиардов долларов. Почти столько же, сколько стоил весь Второй фронт. За это американцы требовали рассекретить информацию о планах развития и финансирования стратегических направлений советской экономики. В первую очередь, военных отраслей. Такой обмен был невозможен, особенно перед лицом ядерной угрозы. Вместе с Кузнецовым по ленинградскому делу проходил второй секретарь горкома Яков Капустин. В 1936 году в Англии он вступил в интимную связь с местной переводчицей. Ее муж застал любовников в постели. Разразился скандал. Советские чекисты спустили дело на тормозах, сочтя Капустина жертвой провокации. И лишь в 1949 году МГБ получило информацию о том, что он был завербован и работал на иностранные спецслужбы. Записка о состоянии демонтажа, вывоза и использования оборудования и материалов с немецких и японских предприятий за номером 3072 на 4 листах. И последнее. Справка о дефицитах по важнейшим материальным балансам, в том числе по цветным металлам, авиационному бензину и маслам, номер 6505 на 4 листах. Похоже... У нас больше нет секретов от американских друзей. Верно, товарищ Маленков? А как вы думаете, они в Госплане действовали сами по себе или в сговоре с Кузнецовым и его компанией? Сейчас в Госплане работают люди из Министерства госбезопасности, товарищ Сталин. Скоро все узнаем. 20 августа 1949 года на полигоне под Семипалатинском в Казахстане были проведены успешные испытания первой советской атомной бомбы. Агенты в Штатах сообщали о растущей вероятности нанесения американцами ядерного удара по Советскому Союзу. И десятки тысяч специалистов под руководством Лаврентия Берии спешно создавали собственное атомное оружие, чтобы лишить президента Трумана военного перевеса. Берия только что прилетел из Семипалатинска и намеревался провести несколько дней на даче, но был срочно вызван к Сталину. О результатах проверки в Госплане он еще не знал. Разрешите, товарищ Сталин. Здравствуй, дорогой. Заходи, заходи. Знаю, что сейчас тебе отдых нужен. Прости, что пришлось вызвать. Поздравляю. Какие же вы молодцы. Но, Лаврентий, утертый нос Труману. Пусть теперь попробуют нас шантажировать. Вот такие тут у нас дела, Лаврентий. Я хочу знать, что ты об этом думаешь. А может... Это все же халатность. Хорошо, если так. Будем надеяться на лучшее, но готовиться будем к худшему.
А каков может быть худший вариант, товарищ Маленков? Американцы пытались получить наши военные секреты в обмен на кредиты. Но мы отказались. Тогда они пошли другим путем. И через завербованного Капустина их разведка стала получать от Вознесенского документы оборонного значения из Госплана. У меня есть некоторые соображения, но, товарищ Сталин... Говори, говори. Что американцы получали документы из Госплана, это понятно. Но что они предлагали взамен? Деньги. Кому? Вознесенскому и Кузнецову? Нет, Георгий. Товарищ Сталин, я предполагаю, что американцы обещали помощь Кузнецову и его сообщникам в организации государственного переворота с целью уничтожения Советского Союза. А Ленинградская ярмарка – это съезд заговорщиков. Они хотели организовать Компартию России, которая подчинялась бы лично Кузнецову. А потом, на первом же всесоюзном съезде, взять власть в свои руки. Столицей России становится Ленинград. А союз просто разваливается на полтора десятка стран, которые американцы потом смогут взять голыми руками. Строго секретно. Особая папка. 29 июня 1953 года. Обязать товарища Руденко в суточный срок подобрать следственный аппарат и немедленно приступить к выявлению, а также расследованию фактов враждебной, антипартийной и антигосударственной деятельности Берии через его окружение. Подписано секретарь ЦК Хрущев. Материалов о заседании, на котором принято такое решение, в архивах не обнаружено. И это не случайно. Ведь все, что делалось в дни переворота, происходило в страшной спешке. И тут было не до соблюдения закона. Но самое странное в документе – это указание на расследование через окружение Берии. Где же сам главный обвиняемый? Случайная неточность полностью исключена. Проект резолюции Президиума ЦК поступал к дежурной машинистке. В машинописный текст снова вносились правки. Потом резолюцию печатали набело. И только после этого все черновики, копирка и даже ленты пишущей машинки уничтожались в целях секретности. Значит, если верить бумаге, в понедельник, на третий день после переворота, Берии уже не было в живых. Ознакомьтесь, гражданин Берия, советское правосудие всегда держит свое слово. Я плохо вижу. Прикажите вернуть мне пенсне. Плохо видите, сочувствую. Но я надеюсь, со слухом у вас все в порядке. Так вот, здесь написано. Генеральному прокурору Руденко от... Дроздовой В.С. Проживающий по адресу, ну и так далее. Догадываетесь, о чем пойдет речь? Аля, Люта, зачем сюда приплели? Так вот, я хочу просить вас учесть еще одно злодеяние, которое он совершил 4 года назад надо мной. Мне было 16 лет, и я училась в 7 классе. Я жила на улице Герцена напротив особняка Берии.
29 марта 1949 года умерла моя бабушка. Мама потеряла сознание, и ее отправили в больницу. Я осталась одна. Обманным путем, под видом оказания помощи маме, меня завели в дом по Малой Никитской. В 5 или 6 часов вечера 7 мая 1949 года пришел старик в пенсне. То есть Берия и сказал: не надо плакать, маму вылечат, и все будет хорошо. Потом Берия схватил меня, отнес в свою спальню и изнасиловал. Он лишил меня радости детства и всего хорошего в жизни советской молодежи. Я прошу вас учесть при разборе всех его злодеяний, его моральное лицо как развратника и растлителя детей. И подпись. Дроздова Валя. Ну, что скажете? Послушайте. Нашей дочери 4 года. Мы назвали ее Мартой в честь моей матери. Какое может быть изнасилование? Я требую очной ставки. К сожалению, Генеральная прокуратура не видит необходимости в процедуре, которая травмирует и без того несчастную девушку. И суд будет строг. Потому как на того, кто лишает страну ее будущего, обрушится презрение, гнев и проклятие всех честных советских граждан на века. Пусть она мне это в лицо скажет. Понимаю. Понимаю, сентиментальный момент. Хочется зазнобе своей в глаза посмотреть. Ведь совсем не жалко вам Валечки-то Дроздовой, гражданин Берия. Да, а я его теперь ребенка растить одной, без кормильца. Который, кстати, будет расстрелян, как изменник Родины и шпион. И все-таки несчастная, слабая девушка, а до конца выполнила свой гражданский долг. Так что отпираться-то бессмысленно. 7 мая 1949 года вы изнасиловали несовершеннолетнюю школьницу Валю Дроздову. Ее показания уже приобщены к делу. Послушай, ты, я никого не насиловал. Я требую очной ставки. Занеси это в протокол. А кто ты такой-то, чтобы требовать? Ты же теперь никто. Тля. Говно. Протокол мы подпишем потом для Верховного суда. Кстати, его председателем будет Конев. И народ поверит любимому маршалу. А Конев сделает то, что ему прикажут. Он же солдат и не будет разбираться в тонкостях судопроизводства. Товарищ Конев подпишет приговор по неопровержимо доказанному делу в том, что гражданин Берия потерял моральный облик и сожительствовал со множеством женщин, некоторые из которых впоследствии оказались агентами иностранных разведок. Дурак ты, Руденко. Даже если бы я изнасиловал всех иностранных шпионок, в чем состав преступления? Моральный облик? Нет такой статьи в Уголовном кодексе. А вот статья у вас, гражданин Берия, хорошая. Расстрельная. 58-я, часть 1, пункт А. Измена Родине. Ну и она же, как вы догадываетесь, пункт Б, совершенная военнослужащим. И вот это мы обязательно докажем. Потому что нет таких вершин, которые бы не покорились большевикам. А изнасилование это так, на десерт. От меня лично это то, что в истории останется. Почему, собственно говоря, одна Валечка Дроздова?
Ничего, а вас еще подождите. Легенды слагать начнут. Можете не благодарить. О! Ой, как некрасиво, гражданин Берия. Нет, 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 не пройдут у вас эти штучки-то. Твою мать! Еще не хватало, чтобы он у меня тут зажмурился. Полковник Юферов, врача! Юферов! Где врач? Если он у меня тут сдохнет! Мне же эта партия не простит. 29 июня 1953 года члены Президиума ЦК проголосовали за постановление о расследовании антипартийной и антигосударственной деятельности Берии, дав ход заведомо сфальсифицированному делу. И с этого момента все высшие руководители Коммунистической партии и Советского государства уже официально стали соучастниками государственного и уголовного преступления. 2 июля в Кремле собрался внеочередной пленум ЦК КПСС. Он должен был одобрить действия президиума и узаконить процедуру отстранения от власти Лаврентия Берии. Товарищи, по поручению Президиума Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза объявляю пленум открытым. Слово для доклада имеет товарищ Маленков. Товарищи, после смерти товарища Сталина враги рассчитывали на растерянность партийных рядов, на отсутствие единства и раскол в верхушке руководства партии. Мы обязаны были сплотить свои ряды и вести страну вперед по пути, определенному гением человечества Лениным Владимиром Ильичем и его великим продолжателем Сталиным Иосифом Виссарионовичем. . 258 участников пленума ЦК решали судьбу бывшего первого заместителя председателя Совета министров СССР. Организаторы этого спектакля не успели пообщаться лично с каждым делегатом и склонить всех на свою сторону. Но они хорошо знали, если задать правильный тон обсуждения, то послушная партийная машина сработает без осечки, и Берия будет обречен. Товарищи, при обсуждении германского вопроса Берия предлагал отказаться от социализма в ГДР и держать курс на буржуазную Германию. В свете всего, что мы узнали теперь о Берии, мы должны по-новому оценить эту его точку зрения. Ясно, что этот факт характеризует его как буржуазного перерожденца. Известно, что Берия ведал специальным комитетом, занятым атомными делами. Мы обязаны доложить пленуму, что и здесь он обособился и стал действовать, игнорируя ЦК и правительство в важнейших вопросах. Так он без ведома ЦК и правительства принял решение организовать взрыв водородной бомбы. Послушное большинство восприняло речь председателя Совета министров как прямое указание на то, что обсуждение его заместителя должно превратиться в осуждение. В дальнейшей судьбе жертвы участники пленума не сомневались. Ведь к вершинам партийной власти они пришли после кровавых политических процессов 30-х годов.
Президиум пришел к выводу, что нельзя с таким авантюристом останавливаться на полпути, и решил арестовать Берию как врага партии и народа. Из стенограммы выступлений на пленуме. Берия пренебрежительно сказал, что ЦК пусть Совмин решает, а ЦК пусть занимается кадрами и пропагандой. Меня удивило такое заявление. Значит, Берия исключает руководящую роль партии, ограничивает ее роль кадрами, и то, видимо, на первых порах, и пропагандой. Разве так учили нас Ленин и Сталин относиться к партии? Мы знаем Берию много лет. Это коварный человек и ловкий карьерист. Он очень крепко впился своими грязными лапами в душу товарища Сталина. Он умел навязывать свое мнение товарищу Сталину. Берия не член партии, а карьерист, а может быть и шпион. Вот в этом надо еще покопаться. Далеко не все в зале понимали, что на самом деле произошло. Но как следует понимать происшедшее, им очень конкретно и доходчиво объяснили с высокой трибуны пленума. Берия – враг номер один. А те, кто с этим не согласны, разделят участь врага. Переворот удался. Но противостояние с Берией продолжалось. Тот слишком много знал, чтобы жить, но еще не открыл своих секретов, чтобы умереть. Лаврентий Павлович, вы меня слышите? Я могу вызвать врача. Не трудись, майор. После испытания первой бомбы меня сразу предупреждали, чтобы я не совался больше на ядерные объекты. У меня выбора не было. Надо было догонять американцев. Так что я недолго осталось. Или Никита меня прикончит, или лучевая добьет. Я видел, как от этого умирают. Так что Никита мне еще услугу окажет. От пули оно и легче, и быстрее. Не томи, майор. Что сказал Хрущев? Никита Сергеевич пообещал ответить в ближайшее время, а пока приказал сообщить вам дословно следующее. Все думают, что это произошло 2 марта, а на самом деле 1-го. Авичвари. Отсирала. Что? Мразь. Убийца. Майор, ты говорил, что служил в СМЕРШе. Ты про 1 марта все понял? Я не должен был понимать. Я должен был передать то, что приказали. Теперь ты свидетель. Ненужный, опасный свидетель, и жизнь твоя стоит куда меньше моей. Вы что хотите сказать? Нет, это не я хочу. Это Хрущев сам тебе признался в убийстве товарища Сталина.
Никита Хрущев, секретарь Центрального комитета партии. А вот статья у вас, гражданин Берия, хорошая. Расстрельная. 58-я, часть 1, пункт А. Роман Руденко, генеральный прокурор СССР. Нет, это не я хочу. Это Хрущев сам тебе признался в убийстве товарища Сталина. Лаврентий Берия, заместитель председателя Совета министров СССР и министр внутренних дел. Хозяин дверь обычно не запирает. А теперь запер. И обрати на это внимание охранников. Мол, у хозяина новая привычка. И еще, отвракай спать до утра, от греха подальше. А вряд ли они уйдут, не положено им спать. Уйдут, не уйдут, вопрос второй. Главное, чтобы не сунулись раньше времени. Он утром встает, сам бреется, а потом требует чая с лимоном. Когда? Часов 11, иногда ближе к 12. Как ты? Звонит. Должен как мне? Кто-то может войти? Чем? Раз мне звонит, значит, не проснулся. Беспокоить нельзя. Не будет, паники не поднимать, в комнату не входить как можно дольше. Хозяин отдыхает, до вечера продержаться можно? До вечера можно, а дальше? На дальше тебе что делать положено? Звонить начальству и просить указаний. Ну вот звони и проси. Тяни время, звони Маленкову, бери кому угодно, мне не звонить. А когда сломаю дверь, обнаружу тело? Окажется мертвым, хорошо. Нет, снова звони. Лохран доложил, что Сталин лежит на этой диване. Вроде бы спит. Будить они не решаются. Берия панику поднимать не любит. Сперва сам приедет посмотреть, что и как. Мы еще пару часов выиграем. Чем позже появятся врачи, тем лучше. Добро? Ясно. Как я проморгал Игнатьева. Когда они успели снюхаться с Никитой, ума не приложу. А, Игнатьев. Это бывший министр госбезопасности. Он самый. Был зав. Отделом ЦК и вдруг в чекиста переквалифицировался. Без него это дело никак не могло обойтись. Вся охрана дачи товарища Сталина ему подчинялась. Теперь понятно, почему Хрущев спешил арестовать меня раньше, чем я арестую Игнатьева. Он бы мне все как на духу рассказал про смерть Сталина и сдал бы Никиту с потрохами. Вот что значит. Все думают, что это случилось 2 марта, а на самом деле 1. Чрезвычайный июльский 1953 года пленум ЦК КПСС закончился триумфальной победой Хрущева. Его опасения, что члены Центрального комитета потребуют предъявить Берию и захотят разобраться в происходящем, не оправдались. Что бы ни думали на самом деле делегаты пленума, свои мысли они оставили при себе. Одни клеймили Берию с высокой трибуны, другие молча слушали. Резолюция, осудившая Берию, была принята единогласно. Переворот приобрел законные черты. Скажите, Никонозов, а вам не надоело? Мне вот, например, надоело. Итак, я повторяю свой вопрос. Вы давно и хорошо знакомы с Берией. Что можете сообщить органам про этого человека? Товарищ Берия, Лаврентий.
Терентия Павловича, я могу охарактеризовать только самые лучшие стороны. Настоящий коммунист. Исключительных личных качеств. Не вам чета. Понапрасно упорствуете, Никонозов. Ваш главарь, Берия, не оценит уже вашего героизма. Владимир Георгиевич Никонозов, так же как и Берия, в начале 20-х пришел на службу в ЧК. Там и познакомились эти два молодых, честолюбивых кавказца. Впоследствии Берия поддерживал Никонозова и способствовал его карьерному росту. В 30-х годах Владимир Георгиевич работал на ответственных должностях в НКВД, а с 39 по 52 год был заместителем главы советского внешнеполитического ведомства. С поста замминистра иностранных дел Никонозов был назначен министром внутренних дел Грузии. Постановление о его аресте генеральный прокурор СССР Руденко вынес только через 3 дня после начала допросов. В общем, так, гнида. Ты знаешь, что такое холодный карцер? А? Знаешь, что мои ребята могут работать без отдыха и сна? Но я тебя пощажу. Сейчас ты подпишешь вот эту бумагу и пойдешь отдыхать в уютную камеру. На нары. А ты знаешь, почему на Нюрнбергском процессе ты ни хрена доказать не мог? Весь зал потешался, когда тебя Геринг имел. А не получилось у тебя потому, что немецких военных преступников, фашистов, бить было нельзя. А ведь ты только это и умеешь, погонь. Ты и шакалы твои. Следует отметить, что Берия, являясь секретарем Компартии Грузии, по существу продолжал руководить НКВД Грузии. И в 1936-1938 годах все аресты проходили с его согласия. Арестованные подвергались избиениям. Все это проводилось под руководством Берии. Еще в период работы в ЧК ГПУ у меня сложилось отрицательное мнение о Берии как о человеке. Уже тогда он проявлял себя как честолюбец, интригант и карьерист. В частности, он сумел расположить к себе секретаря Закавказского крайкома партии Сергея Орджоникидзе, именем которого назвал своего сына. И что, Никонозов это подписал? Да, подписал, Никита Сергеевич. Сам подписал? Ну как сам? Сам? Не сам. Он же враг. Что с врагами церемонится? Советское правосудие должно быть кулаками. Молодец, Руденк. Начинаешь соображать. Кстати, как там поживает Серго? Орджоникидзе? Берия. Рано я тебя похвалил, Руденко, рано. Берия, Серго Лаврентич. Кстати, надо, чтобы яблочко от яблоньки упало недалеко. А будешь брать сына и супругу, прихвати. И пусть доложит, почему вовремя не сигнализировала партия о моральном разложении мужа. И поактивней там с родственничками-то, поактивней! Ну, товарищ генеральный прокурор, иди работай. Но ведь товарищ Сталин умер от инсульта. Об этом писали в газетах, вам врачи,
то же самое сказали. Майор, это я и члены ЦК Президиума решали, что напишут в газетах. Отчего умер Сталин, никто не знает. Никто! А врачи могут ошибаться. Медицинский диагноз – дело ненадежное. Ты знаешь, какие бывают яды. Не смотри на меня так. Если они могли бросить умирающего на сутки, значит, отравить могли. Теперь многое становится ясным. Игнатьев лично отвечал за жизнь и безопасность товарища Сталина. А в прошлом году он поменял всю его охрану, а самых верных людей арестовал. Нет, Никита к этому готовился давно. Он только ждал момента. И как только я взялся за Игнатьева, он тут же упрятал меня сюда. Этого не может быть. Хрущев не мог это сделать. Не мог. Он не мог больше ждать. Мы приехали на ближнюю дачу 28-го вечером. Я, Маленков, Хрущев и Булганин. Засиделись до 4 утра, обсуждали будущую правительственную реформу. Сталин собирался оставить руководство. Через неделю я бы снова принял МВД и перекрыл бы все подходы к товарищу Сталину. У них не было другого выхода. И случай уж больно удобный. 1 марта, воскресенье. Если Никита говорит, что это случилось не 2, а 1, значит, это было сразу после нашего отъезда. И начальник охраны целые сутки скрывал это. А где сейчас этот начальник охраны? Сам как думаешь? Умер. Недели через 3. Молодой, здоровый мужик, как ты. Подожди, не мешай. Значит, они делали вид, что все в порядке. Тянули время, чтобы наверняка сутки... Целые сутки! Потом, естественно, охрана взломала дверь, обнаружила тело, и первым, кому они сообщили, это был Игнатьев. Видишь, майор, все сходится. А нам сегодня приказали имя Берии во всех учебниках замазать. Угу. Так мы взяли химические карандаши и целый день, как проклятые, черкали, аж в глазах рябит. Угу. Учебников-то на следующий год уйма. Половину сделали, половина еще осталась. А может быть, это Сашка завтра мне поможет замазывать? Ну, все равно же он без дела шляется. Не-не, вы моего сына не трогайте, у него каникулы. А потом, что значит шляется? Да то и значит. Видать, в отца пошел. Андрей-то, он тоже целыми днями неизвестно где пропадает. И ночами тоже, милочка. Как вы смеете? Он у меня человек казенный. Ха! У него работа такая. А мне рот затыкать не надо. Я в своем праве. Человек он казенный. Девиц по ресторанам водит он за казенный счет. Работа у него такая. А потом придет домой в 5 утра и всю квартиру перебудет. Как вы можете? Вот чего испугался Хрущев, когда я потребовал ареста Игнатьева. А еще, вернее, тот сам его припугнул, что, мол, сдашь меня, к стенке оба встанем. У Никиты выхода не было. Я все равно не понимаю, зачем надо было убивать товарища Сталина. Хороший вопрос, майор. Сам не знаю. Пока.
Хрущев у меня спросит о нашем разговоре, что мне ему ответить? То, что вы его разоблачили? Да? Смешно это, майор. Да если ты скажешь хоть полслова из того, что сегодня узнал, ты не то что до утра, ты до конца разговора с ним не доживешь. Я тебе все это и рассказывал только потому, что ты точно такой же смертник, как я. Повязал нас, Никита. Навсегда повязал. Но Хрущев все равно будет спрашивать то, о чем мы с вами разговаривали. Ведь он же выполнил ваши условия. Да, но только одно. Теперь ясно, что Хрущеву нужен был переворот, чтобы замести следы убийства Сталина. А что с моей семьей? Тишина. Сделаем вот как. Скажешь ему, что я готов дать письменные показания в обмен на гарантию безопасности моих близких. Кстати, оставь листок и карандаш. Слову Хрущева грош цена, но время выиграть можно. А в нашем с тобой положении даже несколько часов имеет большое значение. Может, тебе повезет и удастся спастись. А я попробую найти ответ на твой вопрос. Ну, давай, рассказывай, что там у тебя с твоим микрофоном приключилось. Виноват, Никита Сергеевич. А? Видимо, что-то я не так нажал. Ну, сами понимаете, техника новая, мог в спешке ошибиться. Да еще этот Берия. С ним про себя забудешь. А я думал, майор, нервов у тебя нету. Напугал, значит, тебя Лаврентий Павлович-то. Ну ладно, расстегнись, а то спаришься. О, помнишь, как на фронте наркомовский 100 грамм? Ну ладно, майор, че ты? Не волнуйся так. Небось, Бог не выдаст, Лаврентий не съест. Газетка есть у тебя? Газетка есть. Правда. А, нехай будет правда. Заодно и политически подкуемся. Давай. Ага. Иди-ка, майор. О, какое сало. Ага. С Украины. Вчера только хрюкала, ножички есть, а сегодня уже вон. Во рту тает. Лучок бери, наливай, наливай, побольше. Угу. Давай. Технику-то убери, убери. То знаешь, не на ту кнопочку ненароком нажмешь. Значит, пленка, говоришь, была пустая. Пустая. Ничего не записалось. А может, майор, ты сам ее стер? Ну так, не специально, по случайности. Ты скажи, не бойся. Ну ладно, 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 что ты? Шутил я, верю. Давай, своими словами рассказывай, что удалось выудить. Да ничего он толком не сказал. Угу. Насколько я понял, Берия хочет сделать признательные показания и сдать архив. Но ни туда, ни сюда. Будет молчать, пока не получит гарантии для всей своей семьи. Что за человек, а? Сидит в тюрьме, что-то требует, требует. Какие гарантии? Скажи ему, что я даю слово коммуниста. Честное, это достаточно? Ну,
Думаю, да. Ну и все. А теперь, майор, давай за самое главное. А главное у нас что? Главное у нас, майор, как можно быстрее разоблачить подлого агента империализма Берию и его банду. Внимательней, газетку читай, внимательней. Потому что у американцев есть такая кнопка, ядерная. И у нас она есть. Вот нельзя нам ошибиться, кнопочки перепутать. Понимаешь, о чем я говорю? Так вот. Так что внимательней читай. Давай, наливай. Прости, друг, спичек не найдется. Извини, друг, не курю. Давай. Сказал снять напрямую немедленно. Да говори ты, не тяни. Куда звонил? По какому номеру? А нахера вы мне такие красивые нужны, если не успеваете? Так определите, возьми людей, сколько тебе надо. Я должен о нем знать все. Вот это другое дело. Куда пошел? В какие гости? К Меркулову? В 3:00 ночи. Добро. Значит, голубь закрыл и полетел прямиком к товарищу Меркулову. Ай да Лаврентий. Обработал, значит, майора на раз. Телефончик подкинул и словечко нужное шепнул. Мастер Меркулов, значит, тоже в деле. А я-то дурак, его трогать не хотел. Я думаю, не очухается после 2 инфарктов. Очухается, так договоримся. Ну, теперь держись. Всеволод Николаевич, здоровье тебе, ох, как понадобится. Жаль, что ненадолго. Всеволод Николаевич Меркулов познакомился с Берией в начале 20-х годов, когда они вместе работали в ЧК. С тех пор, куда бы ни направлялся на работу Берия, всюду за ним неотступно следовал Меркулов. После нескольких лет партийной работы он вернулся в органы и в 1943 году стал министром госбезопасности. А в 1950-м Меркулова назначили министром государственного контроля. С этого момента Всеволод Николаевич получил практически неограниченные полномочия по секретной разработке любых персон и проверке любых уголовных дел. В том числе он контролировал и расследование ленинградского дела. Хрущев, приказав арестовать все ближайшее окружение Берии, с арестом Меркулова продолжал медлить. Министр госконтроля знал не просто много, а невероятно много. 2 недавно перенесенных инфаркта исключали применение к нему пыток. Пока существовала надежда договориться с Меркуловым, трогать его было неразумно.
тебя разбудил? Я не спала. Ну а что ты не спишь ты? Тебе же вставать, ни свет, ни заря. Если бы тебя это действительно волновало, приходил бы вовремя. Да меня это волнует, но ты же знаешь, какая у меня сложная служба. Да, действительно, очень сложная служба. Пить по ночам. Скажи мне, у тебя кто-то есть? В смысле? Кто она? Как ее зовут? Кого зовут? Ты вообще думаешь, что ты говоришь? Я знаю, ты ее по ресторанам водишь. И от тебя пахнет. А ты понюхай, чем от меня пахнет. Водкой с салом. Значит, ты с ней водку пьешь, а ко мне приходишь луком дышать? Ну, заладила. Хорошо, я тебе расскажу, с кем я пил водку и кто меня угощал салом. Хрущев. Только очень смешно. Сашку бы пожалел. Неделями отца не видит, от рук отбился совсем. А отцу, оказывается, в Кремле водку наливают и салом его угощают. Слушай, ты глупенькая. Я действительно был на даче у Хрущева. По делу. Ну, выпили мы с ним немного. Но я же не мог Хрущеву отказать. А салом, кстати, из Украины передали. Она еще вчера хрюкала. На языке тает. Все, хватит. Я устала, хочу спать. Не вставать рано. Нет уж, подожди. Я сам тебе хотел потом все рассказать. Но раз уж ты начала этот разговор... Смотри, вот магнитофон. Ну, такое устройство голос записывает. Мы его часто в работе используем. Ну, ладно. Вот в этой коробке пленка. Ну, вроде пластинки от патефона. Ну, хорошо. На этой пленке очень важная запись. Я тебе ее сейчас отдам. А ты ее спрячь так, чтобы никто не нашел, где она лежит. И никому не говори, где она находится. Хорошо? Хорошо. Ох. У тебя правда никого нет? Ну, конечно, есть. Ты и Сашка. Понимаешь, вы у меня есть. Поверьте мне, я прекрасно понимаю, что женщине очень трудно говорить о моральной распущенности мужа. Но ведь Лаврентий Берия обманывал вас. Неужели вам не хочется, чтобы ему отлили все ваши слезы? Мой муж ни в чем не виноват. 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 Уважаемая Нино. К сожалению, вы очень многого не знали. Но ничего. Мы откроем вам глаза на то, с каким развратным чудовищем вы жили столько лет. А вам надо будет только подписать. Я знала все, что должна знать женщина. Я не буду ничего подписывать. Очень, очень жаль. Потому как ваш сын, Серго Лаврентич Берия, вот, вот, пожалуйста. Пожалуйста, знакомьтесь. Я не буду этого читать. Тогда придется выслушать. Так, а вот, в семье отец был неразговорчив. По-видимому, Берия ЛП догадывался о том, что я знаю о его аморальном образе жизни. И из-за этого он отдалялся от меня, ну а я, соответственно, от него. Вот, пожалуйста. Я хочу видеть своего сына. Он не мог этого написать, это неправда. Правда, гражданка Берия, у нас
это то, что завтра напишут в газете «Правда». И от вас сейчас очень многое зависит. О чем завтра узнают миллионы советских читателей? Например, они узнают о том, что ваш муж, Лаврентий Берия, растлитель малолетних. Или ваш сын, Серго Берия, изменник родины, шпион. Как вы смеете? Мой муж честный человек. Серго устроит ракеты для нашей обороны. Во-первых, строила. А во-вторых... Ай, черт! Как же вы мне все надоели! В общем, так, твари. Если ты не дашь показания на мужа, завтра сын пойдет за отцом. Ты хотела встречи со своим Серго? Я тебе устрою встречу. Последнюю. А что такое? Пусть смотрит. Серго! Отец ни в чем не виноват! Будь мужчиной. Деде Шантанары Шмело. Семейка. Мать, сын. Ничего святого. Вот так. Так мы и положим конец преступлениям твоего мужа. Только патроны будут не холостые. Товарищ Хрущев дал честное слово коммуниста, что ваша семья останется на свободе. Значит, их точно взяли. Что, Меркулов, ты был у него? Да, я у него был. Со дня на день ждет арест. Всеволод Николаевич просил вам передать, что с осени 52 года он по личному распоряжению товарища Сталина работал по ленинградскому делу. В феврале месяце он должен был делать доклад, но не сложилось. Помешал инфаркт. Проверка показала, что из уголовного дела были изъяты определенное количество протоколов. Причем именно тех протоколов, в которых подозреваемые рассказывали о структуре заговора и о связях внутри организации. Кто-то спешно рубил концы. Ну, это же ясно, что концы рубил Игнатьев. Они его в 51-м году для того и поставили на пост министра госбезопасности, чтобы иметь доступ ко всем документам ленинградского дела. И заправлял всем этим Хрущев. А мы никак не могли понять, на кого опираются
Кузнецов с Вознесенским. Никого за ними не было. Ни армии, ни органов, ни партийного большинства. А они такое дело хотели провернуть. Какое дело? Создать Компартию России. А их поддерживали Хрущев и Игнатьев. Хрущев и Игнатьев. Ну и что? Хрущев и Игнатьев – это стратегическая связка, понимаешь? Это больше, чем все танковые дивизии, бомбы и самолеты вместе взятые. В свое время Кузнецов повторно продвинул на руководство ЦК Украины Хрущева, а на должность второго секретаря Беларуси Игнатьева. К чему такая настойчивость? А к тому, что они хотели разыграть свой сценарий. Кузнецов в обход Москвы нелегально в Ленинграде организовывает учредительный съезд, на котором две мощнейшие компартии Украины и Белоруссии поддерживают новую организацию – Коммунистическую партию России. И все. Компартия СССР вместе с ее Центральным комитетом остаются на бумаге, а вместе с ней и весь Советский Союз. А Кузнецов, Хрущев и Игнатьев становятся главами государств. А дальше в игру вступает Запад, и действие переносится в Нью-Йорк. Февраля 1945 года руководители стран антигитлеровской коалиции СССР, США и Великобритании собрались в Ялте. Но думали они не об отдыхе на крымском курорте. Еще не закончилась Вторая мировая война, когда началось создание нового всемирного сообщества государств – Организации Объединенных Наций. Главной задачей ООН объявлялось обеспечение мира в любой точке планеты. На конференции в Ялте президент США Рузвельт и британский премьер Черчилль договорились со Сталиным о том, что кроме Советского Союза в качестве государств-основателей ООН выступят Украинская ССР и Белорусская ССР. Кузнецов для того и поддержал Хрущева с Игнатьевым, чтобы они потом, как руководители стран-членов ООН, оказали ему поддержку и помогли России как можно скорее занять место СССР на мировой арене. А дальше планы Кузнецова раскрылись. Большинство заговорщиков арестовали, а на следствии они сознались в том, что хотели создать новую партию. И больше ничего не говорили. Да, лучше иметь сообщников на свободе, чем в соседней камере. Ленинградское дело изначально не было расстрельным. Смертная казнь в Советском Союзе была отменена в 1947 году. Но буквально накануне вынесения приговора, в августе 50-го, высшую меру наказания неожиданно ввели вновь. Как будто специально, чтобы уничтожить Алексея Кузнецова и Николая Вознесенского. Советская юридическая машина впервые за свою историю наделила закон обратной силой. Произошло неслыханное. Главных фигурантов ленинградского дела расстреляли. Хотя на момент совершения преступлений для них полагалась другая мера наказания. После расстрела Кузнецова с Вознесенским Хрущев с Игнатьевым успокоились. А когда узнали, что следствие продолжается тайным образом, впали в истерику. И переложить вину было больше не на кого, и они решились на убийство товарища Сталина. А убили уже не для того, чтобы страну поделить или Западу ее продать, а просто ради спасения собственных шкур. Потом поняли, что я иду по их следу, и убрали меня тоже. Ну что, спасибо, майор. Задача выполнена на отлично.
Присвоил бы я тебе внеочередное звание полковника, да не судьба. Ты там, может быть, повезет. Прощай. Я даже не знаю, с чего начать. Не знаешь, так что пришла тогда? Сначала и начинай. Последнее время Андрей очень редко бывает дома. Уходит чуть свет, а возвращается ночь за полночь. Соседи жалуются. Соседи, это ясно. Ночь за полночь, так ведь, ну работа ж у нас такая. Да что же это за работа такая? Дома не ночевать. А вчера приходит от него... Водкой пахнет и луком. А ведь он у меня не пьющий совсем. Только на праздник, и то чуть-чуть. Так, может, праздник какой был? Да какой же праздник? Выпивал, говорит, с самим Хрущевым. Да ну, с Никитой Сергеевичем. Лихо. Вот вам смешно, а мне вчера не до смеха было. Точно, появилась у него какая-то... Ты нажил его, погоди. Заладила опять. Значит, ты говоришь, он выпивал с товарищем Хрущевым, вернулся домой и лег спать? Нет. То есть лег, но не сразу. Я стала его про эту, ну эту, спрашивать. А он вдруг достает из портфеля штуку какую-то и начал мне про пластинки, которые музыкальные, говорить. Потом коробку дает, папиросную. И приказал, чтобы я ее спрятала, так, чтобы никто... Ой, я что-то не то говорю. Скажите, а вы в коробочку заглядывали? Заглядывала. И там коричневая такая лента свернутая была, как тесьма, да? Ну да, рулончик такой. Вы мне скажите, у него есть другая или нет? Нет, пока не возвращался. Так он же в Ленинград сегодня собрался ехать. Да, и даже сказал, что может не успеет перед поездом забежать. Пленку? Какую пленку? А, коробочку. С рулончиком. Нет, пока не нашла. Подождите, там кто-то звонит. Может быть, это он пришел. Новожилова? Да. А что? Новожилов Андрей Николаевич, ваш муж? Что-то с Андрюшей? Говорил же он мне никому ни слова, а я... Это пошла к ним. Собственными руками, Андрюша! Родненький мой, прости! Как же мне жить-то теперь, господи? Тихо, не ходи, ты что здесь? Там и без тебя сейчас, наверное, хватает. Пускай покричит, поплачет, может, ей легче станет. А ты запомни, твой отец был настоящий мужик. Ты теперь вместо него и Сашка, Александр Андреевич. Жесть, браток. А коробку твою я на клубе отнес.
Там ее ни в жизни найдут. Значит так, чтобы я про Берию не слышал вообще. Ты понял меня? Не слышу! И с остальными хватит валандаться, готовь суд! Проинструктируй Коневу, чтобы выучил два слова неопровержимо! Доказано! Больше от него ничего не требуется! Все! Действуй! Хозяйство ты все равно не поднимешь. Промышленную реформу провести мозгов не хватит. Лучше не экспериментируй ни с тем, ни с другим. Кто-нибудь после тебя справится. И не вздумай лезть в то, что я начал. Если не хочешь, чтобы американцы тебя раком поставили. Не трогай стратегические ракеты и космические исследования. Поинтересуйся. Тебе расскажут, что это такое. Зачем это нужно? Суд считает доказанной виновность подсудимого Берия в измене Родине. Создание антисоветской группы в целях захвата власти и установления господства буржуазии. Совершении террористических актов против преданных коммунистической партии народу политических деятелей. Кроме того, подсудимый Берия совершил преступление, предусмотренное частью 2 указа об усилении уголовной ответственности за изнасилование. Суд приговорил Берия Лаврентия Павловича по совокупности совершенных им преступлений к высшей мере уголовного наказания – расстрелу с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества. Подсудимый Берия, вам ясен приговор? Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.